Пилатес – это система упражнений, созданная Джозефом Пилатесом, и изначально он назвал ее контрология. Суть ее в том, что присутствует принцип триединства – ума, тела и духа человека. Пилатес рекомендован абсолютно всем группам населения. Пилатес не имеет половой принадлежности, пилатес не привязывается к возрасту и к уровню физической вашей подготовки. Если вы хотите сделать свою жизнь насыщеннее, ярче и почувствовать себя здоровым, крепким и активным, пожалуйста, приходите на эти прекрасные занятия. Ограничений пилатес не имеет. Именно этим этот метод и эффективен. Тем, что он очень экологично подходит к телу. Вы можете прийти с совершенно разным состоянием здоровья и подготовленности. Все чаще пилатес рекомендуют врачи своим пациентам, тогда как за рубежом эта система приобрела уже огромную популярность давно и у врачей, и у физиотерапевтов, ну и, конечно же, у фитнес-инструкторов тоже. Чтобы заниматься пилатесом, больших премудростей не нужно. Нужно иметь желание, нужно иметь несколько часов в неделю, 2-3 часа в неделю, чтобы заниматься этим видом фитнеса. Иметь любимые носочки и доверие к своему тренеру. Поскольку пилатес является достаточно плавным таким направлением, отличается плавным исполнением упражнений, то бытует миф, что якобы это очень просто, медленно и легко. Нет, нельзя заниматься пилатесом одному дома. Я, как фитнес-инструктор с 16-летним стажем, против домашних тренировок в принципе, поскольку домашние тренировки не позволяют сконцентрироваться на себе, на своем теле, осознать, как вы выполняете, правильно ли вы делаете, так как нас постоянно что-то отвлекает дома. Один из распространенных вопросов – возможно ли совмещать пилатес с другими видами спорта и физической нагрузки? Я отвечаю «да», безусловно. Поскольку пилатес является базой для любого физического занятия или любого спорта. Очень многие спортсмены, танцовщики занимаются пилатесом для того, чтобы восстановить свое физическое здоровье после колоссальных нагрузок. Чтобы получить видимый результат при занятиях пилатесом, конечно же, необходимо некоторое время. Но говоря о пилатесе, я бы говорила в первую очередь об ощутимом результате, а не видимом. И этот ощутимый результат вы получите уже после первого занятия. Все мы очень разные, и этот результат зависит также от регулярности ваших тренировок, зависит от метаболизма, от рода вашей деятельности, от режима сна, очень от многих факторов. Пилатес – это образ жизни. И лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Приходите.